наша задача попасть на эти бревна, и уже мы замечательно проедем. Так, ну что, все, поехали? Так, ну вот он, тот Урал. Кто из них будет кому донор, пока еще непонятно. Но, скорее всего, тот вид, конечно, лучше. Вот, ну, посмотрим. Посмотрим. Так, мы его сейчас отсюда... Вот хочу еще обратить внимание на долговечность резины. Какое качество она раньше была. То есть и в мороз вот она стояла, не под открытым днем, правда, в гараже стоял. Вот, но все равно резина как сохранилась. Вот, кстати, сидишь удобно, прикольно. Короче, вот так вот колеса выхерачились. Вот сзади кто меня едет, блядь, и ему как честно. Забрюхил? Ну да, у меня сзади все бумаги Да нет, они не широкие, они нормальные. Она вся выкидывает, вот сюда вот это все, блядь. Я приехал, у меня вот это место. Вот такое, нахуй. Мог бы покрыть, там. Ну это у всех, и у меня то же самое, внизу, да? У меня вот отсюда, вот, у меня вот это вот. Из вот этих. Тут впереди вообще вот такие есть, стали, блядь, дубки нахуй. Итак, господа, как-то мы выкладывали видосик. Как мы выкладывали видосик, то что мы купили, приобрели Урал. Это называется, он сделан в СССР. Внизу там будет ссылочка. Вот он, сделан в СССР. Вот. Пока хорошая возможность, я нахожусь возле этого мотоцикла, короче, в планах. Вообще мы, как бы сказать, планировали его продолжить дальше, то есть отремонтировать движок, как полагается. Вот, потом, это в первую очередь. Калёк его что-то пытался делать, но здесь какая-то проблема возникла. Что-то с цилиндром связано, да? Вот так вот.
Урал. Урал. А? Степанутка, один цилиндр не работает. Да, короче, один цилиндр не работает. Ну и что, здесь, в принципе, у него много всяких запчастей. Вот, вот там, вот. Ну, в планах, конечно, что хочется поставить. Нормальный, наверное, я думаю, эти, как его, поршня, кольца. Ну, короче, сделать ему капиталку. Полную капиталку. Но опять же, на это нужно время. Да. Вот, и на это нужны деньги. Вот, и не то, что с трудностями, с финансовыми какими-то проблемами. Давай его сейчас поставим туда. Не то, что с трудностями там, ну, понятное дело. Вот, но этот проект не заморожен, что я могу сказать. Вот. Со временем он в любом случае, пускай, ну не в этот год, пускай, ну не на следующий год. Вот, а через года 2-3 в любом случае мы этот проект запустим в реальность. Для этого у нас, в принципе, есть гараж у бати, наверное, у Кузьмича. Вот, есть гараж. Итак, да, продолжим. Короче, мы в любом случае его запустим. Это 100%. Просто, ну, опять же, дело времени и дело средств. Но для его реставрации вообще планируется, вот, как бы сказать, Калек, вот что ты хочешь из него сделать? Какой байк, просто чтобы он был двухколесный или трехколесный какой-то? Конечно, байк был, блядь, был бы вообще охуенно с него, если байк взял, блядь. На стартере все как полагается, да, с кнопочки? Да хотя бы с ножки, пускай будет с ножки на стартере, это еще больше наводника. А так поставить три колеса, сделать его другое. Ну ты на нем заводил, ездил, да? Да, он на ходу, просто коробку поставишь, бензин есть, можно завести его. Так, а вот это что такое, это не распределитель, как он там? Это у него, блядь. Реле? Реле, да, сип, у него там. Так, ну для байка, конечно, здесь нужны будут сварочные работы, обязательно. Заднее колесо, наверное, какое-то. От чего ставят? Запорожцы. От Запорожца, да? Да. Да. И байк, вот эту, да, и вот эту подвеску, тоже она будет меняться. Это все режется, все убирается вообще тут. Тут останется нахуй. Вот еще старый... Старая еще есть, старая модель вообще Урал есть. У него по-другому вообще идет эта хуйня. А у тебя на твоем как-то на другом? На том еще новее. А вот это все старый тоже. Сейчас он стоит здесь в деревне. Вот домик такой. Двухкомнатный, наверное. Но этому дому уже он старенький. Вот. Вот так все сделано. Защита такая. Ну а как вы хотели? Сапожник без сапог, бля. Ну, блядь, оттуда хоть тараканы не бегут. Да, ну... Мы сами, бля. А тут так, мыши ходили. Ну что, самое, конечно, классно. В этой местности, ребята, есть газ. Газ, ну правда, конька отключили. Вот. Но это всегда можно, как бы сказать, наладить. Место здесь вообще шикарное, обалденное. И вот, что могу сказать... В таких краях рождаются вот такие таланты. Вот этими руками все будет сконструировано. Модель. Вот они, ручки-то наши золотые. Ну-ка. Курчатка, блядь. Кто это смотрит, наверное, видосы, вот скажет, вот долбоебы. Ну, в общем... Все планировал, кто сказал. Вот эти части все отхромировать. Да, вот это надо. Руль отхромировать. Но это в интернете, в принципе, есть. Как все это металлизировать. Это, в принципе, что для этого нужно? Руки, сама штучка, как его? Смесь, все там. Да. И все. А тут колесо у меня еще болтается. А тут же у меня и есть. 89-20 КШО.
отчетки на двигатель сделали? А вообще так не будет? Сколько пинков было? Напишите там комментарии, кто внимательно смотрел.